Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу CoinPay, где мы абсолютно без вложений зарабатываем биткоин Сатоши на просмотре сайтов. Сегодня хочу показать, как ставить на вывод. Минимальный вывод отсюда, друзья, 10 тысяч биткоин Сатошиков. Почему хочу показать? Потому что я выведу, у меня вкладочка вывод, и она пропадет. Вот здесь несколько платежек. Можно выводить на прямой кошелек, на FaucetPay, на Doge кошелек. Или в Doge, ну, в Doge коинах, и на USD Payer. Что хочу по этому боксу сказать. Рекламку я уже все просмотрела. Вот, Surf ADS, потом вот этот Windows ADS видео. Попадается одно-два видео. Вот, больше всего серфинга. Очень легкий букс, очень щедрый. И я очень быстро здесь минималку набрала. Работать одно удовольствие на таком буксе, конечно. Ну, давайте перейдем к выводу. Краткий обзор у меня есть на канале. Кому интересно, посмотрите это видео по выводу. Значит, можно на биткоин, на Pair, на Dogecoin и на FaucetPay. На ваше усмотрение. Но в профиле нужно будет прописать платежные реквизиты. Значит, у меня здесь ничего прописывать не надо. Вот прописан биткоин адрес и Pair. Если мы кликаем на Pair, 10132 биткоин Сатошика. Даже сейчас вернусь. 133 уже у меня. Вывод. 133. Я, наверное, выведу на Pair. Кошелек у меня прописан. Можно на Dogecoin. Это 236 с Dogecoin. Ну и на FaucetPay. Также можно выводить. Ну, нужно прописать, как я сказала, в профиле адрес, привязанный к микрокошельку FaucetPay. Вот. На любую из платежек минимум 10 тысяч биткоин сатошиков. Нажимаю Winstrap. Так, что они мне тут пишут? Так, запрос насчет Pair. Был все, вы уверены? Уверена. Так, подтверждаем. Что написали? Ваш вывод. Что-то мой вывод. Так, будет обработан. Вот здесь написано, обратите внимание. До 15.07.2020 года. В течение 5 дней идет вывод. Сегодня у нас 10 июля. Вот таким вот образом. И вот у меня как бы изымается. Ой, и все, видите, мне не попасть. Минимум вывод 10 тысяч. Все, вкладочка недоступна. Также я, скорее всего, сделаю апгрейд, вот, членство. Потому что букс изумительный. За 35 тысяч здесь. Сколько? Да, вот 35 тысяч. Если он примет Coinbase кошелек, то да, я сделаю тогда вот. Тогда да, я сделаю апгрейд. Если у меня он примет. Но это все будет потом. Я вывод дождусь пока. Вот. И что, в заключение я хочу сказать еще по двум буксам. Вот это, друзья, букс. У меня тоже сделано видео по этому буксу. На подходе у меня вывод. Когда я регистрировалась на этом Basecoin Info, называется, минималка здесь была 30 тысяч биткоин сатошиков. Они снизили минимальную сумму до 10 тысяч. И вот у меня уже набрано 9607 биткоин сатошиков. Скоро я буду ставить на вывод.
И еще у меня вот аналогичный CoinPay, вот такой букс. Также здесь вообще ни капчи нет, ничего. Очень тоже хорошо на нем собирать. Здесь и Surf ADS, Windows ADS. Как бы очень хорошо он дает. Вот по 10 сатошек. Вот. Видим, конечно, по 8, ну и по 10. Нам мне один кран столько биткоин-сатошиков не даст. Вот. Ну, здесь немножечко поменьше. Ну, бывает штук 5-6 здесь. Вот просто еще не до конца обновился. Я смотрю обычно вечером, как бы раз в 24 часа все обновляется. Ну и здесь тоже 10 тысяч на вывод. Здравствуйте, нажмем. Здесь даже капчи никакой нет. Да, вот здесь минимум на вывод 10 тысяч. Вот не только биткоин, а этот кошелек. Ну что, друзья, вывод как придет, запишу коротенькое видео по выводу. Всем удачи, больших заработков. Ну, поэтому, друзья, уже весь интернет гудит и о том, что этот букс платит, и сомнений как бы и нет. До новых встреч!